Я сидела в середине автобуса, с левой стороны с водителем. То есть на эту сторону как бы автобусы загорались. Я считаю, что я была пристегнута, поэтому, наверное, была обошлась сильными ушибами. Пока трудно сказать, но контингент. Думаю, что если только сильно ушибы, то пока непонятно. Ну, по-разному степени. Скажу, что погода ясная, все было быстро. Можно рассказать подробности там, такие вещи. Нет, он ехал очень... Он ехал нормально, никакой, это и сам была спокойная. Я думаю, там просто это самое, главе. Ну, это субъективное мнение, я не специалист, мне такое. Когда мы вышли, то показалось, дорога очень была скучная.